Здравствуйте, дорогие мои магнитогорцы. Приехал к вам Дедушка Мороз. И гостинцев, подарков, и всяких разных сувениров, и шмоток целый воз привез. Куда он выгрузил, этот Дедушка Мороз, в образе Алексея Чилийкина? Естественно, в антикризисный. Так вот, на протяжении всех вот этих замечательных праздников, Новый год, Рождество, Старый Новый год, да, и не забывайте, что год кролика стального начинается в феврале, вы можете здесь, в антикризисном, все покупать по очень дешевой цене. Да почему? В это только время. Всегда ассортимент увеличился, подарков море. Ну, потому что за весьма символическую сумму здесь можно купить очень много всего. Ну, а если честно, то мы приехали в магазин «Антикризисный», что на пересечении улицы Грязновой и Советской, в аккурат напротив поликлиники бывшего «Треста Магнитострой» или бывшей поликлиники «Треста Магнитострой» и «Радуги вкуса», чтобы поинтересоваться, с каким настроением магнитогорцы готовятся к встрече Нового года. И вы знаете, очень сильно удивились вот таким фактом. Дорожает все, жить все труднее и труднее. А вот такие магазины помогают вам? Помогают очень. Здравствуйте, с наступающим вас Новым годом. Спасибо. Вас также. А вы здесь часто гости? Да, часто берем. Вот смотрите, мне кажется, ну 310 рублей – это вообще не деньги. Ну да, нам вообще очень здесь нравится. Мы часто бываем, далеко живем, и обслуживание хорошее здесь, и ассортимент, и как-то и по, как, в денежных этих. Можно вот за 300 рублей мы подарок купили. Так, а в магазинах все равно же дороже. Я заметил одну интересную особенность. Вот появился антикризисный, да, и я сказал своей жене, что штопать носки уже не надо. За 25 рублей можно купить. Да, это точно. Скажите, пожалуйста, чувствуется новогоднее настроение? Да, чувствуется. Вот вы сюда пришли, я смотрю, вот здесь сам себе покупаю носочки по 25 рублей. Можно вот подарки здесь набрать в антикризисном, так, чтобы по карману не било? Ну, я думаю, что да, можно. Извините, это вы на Новый год себе подарочки сделали? Да. А сколько денег потратили-то, если не секрет? Ну, 600 рублей. И... нравится мне ваш магазин. Обувной отдел очень хороший. И на стол еще денег хватит, я так думаю, на Новый год-то? Ну, конечно, стол святое. Да, вот такими вещами иногда нам приходится заниматься. Но все равно есть чем порадоваться. Вот этот год уходящий принес нам очень много хороших знакомых. Как-то, допустим, магазин «Антикризисный», где мы сегодня вот приоделись, так скажем. Кстати, если вы думаете, что это кафтан Деда Мороза, это, в общем-то, халат обыкновенный за 500 рублей. Ну так ладно. Что в новом году ждать? Ну, во-первых, зеркало 98-го, 2010-й закончился. Скоро будем выкарабкиваться. И благодаря антикризисному выкарабкаемся легко. Что я вам еще приготовил? Дело в том, что фамилия вот эта, Чилийкин, она очень редкая. Если вы хотите посмотреть все сюжеты, которые у нас были в эфире на протяжении 10 лет, то, пожалуйста, в любой поисковик вбивайте. Там есть сюжеты и про антикризисные. И вот в преддверии Нового года я туда залил в интернет аж 600. То есть если вы где-то когда-то видели мою камеру вместе со мной, то наверняка с вероятностью 100% вы там побывали. То есть приходите, смотрите и не отказывайте себе в информации. И последняя, предновогодняя, скажем так, информация – это новый, абсолютно новый завоз, который вы здесь можете купить и после Нового года.